друзья, сегодня группа Sky, одна из самых легендарных отечественных групп. 15 лет на плаву, 15 лет в шоу-бизнесе. Это ли не чудо? Программа «Коза», «Бир», «Холл», «Пробка», группа Sky. Ты сподобалась мне, ты сподобалась мне. Благотворительные концерты, которыми вы занимаетесь, они идут от чистого сердца. Или я не прав? 100%. Просто якби ми не хотіли цим займатися, ми б цим не займалися. Грати музику – це класно. Бити добро абсолютно не заважає грати. Тобто ці речі можна поєднувати, успішно поєднувати і легко поєднувати. Тому що добро робити легко. Головне було б, щоб було б бажання просто це робити і все. Коли ти даєш добро, бажано не думати про те, що воно до тебе повернеться. Тобто нічого не чекати. Ось, просто це робити і все. Показателем популярности одной из вокальных групп является то, что другие вокальные группы приходят к ним на концерт. Именно так, все правильно. Такое мероприятие просто нельзя пропустить. Это супер концерт просто вообще. Кстати, я первый раз на Sky. Очень интересно, очень интересно. Сейчас выступать группа Sky. Вы для этого пришли? Я пришел для того, чтобы победить. У тебе так багато сторін, я просто не розумію. Ну и дальше без ним подняв руки. Вот так. Ну и, конечно же, без рук. Пятнадцать лет на сцене, 15 лет в группе Sky. Скажите, пожалуйста, самый сложный год за эти 15 лет? Ну, 2014. Тоді, коли почався Майдан і почалась війна, це був найскладніший. Ну, тобто це такий був період. Реально життя і творчість просто були в такій складній колаборації, що аналогів до того не було ще. Ну вот когда зрители танцуют, поднимают руки вверх, подпевают, есть такое чуть-чуть, и у нас должно быть так, нет, у нас должно быть гораздо лучше, есть такое? Конечно, ну это вообще... Стимулирует. Очень-очень. Ну, это, наверное, одно из первых, почему мы ходим на концерты, чтобы получить какое-то вдохновение, что надо что-то черпать. Вот и ходим. Для того, чтобы люди так реагировали, подпевали и танцевали, нужно писать свою музыку. Собственно, чем мы и занимаемся, и очень планируем в январе, в феврале порадовать своими новыми песнями. Большое количество молодых коллективов, ну, в нашем городе это точно, для которых ваша группа является кумиром такого творческого долголетия. Вот пожелайте этим молодым исполнителям, чтобы они не сошли с пути. Что хочу побажати? Сміливості, наполегливості, віри в те, що ви робите. І нехай ніхто і ніщо не зупиняє вас на шляху до ваших мрій. Бажаю усім починаючим гуртам вірити в себе, бути самокритичним, прикладати максимум зусиль для того, щоб ваша мрія втілилась в реальність. Ребят, наступает Новый год! Какие мысли? Я думаю, что у многих год был тяжелый, потому что высокосный. И очень хочется пожелать всем, чтобы те силы, которые они вложили в этом году, в следующий год, 2017, чтобы он дал отдачу, награду. Искренне желаю всем этого. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам одного. Будьте добрее. Далеко, за синим морем, в чужих краях, вона видна. Новый год будет космического масштаба. У нас реально будут действительно стилизировано все под космос, под разные там сюжеты.
фильмы, которые вы видели, и, возможно, какие-то фантазии космические, все будет в этот вечер. Мы улетим на другую планету. Вернемся? Не факт. В конце января вернемся? Я думаю, да, в конце января придется вернуться. 1 февраля концерт группы «Скрябин» в пробке, поэтому возвращаемся где-то так в конце января.